Я договорился с друзьями на днях, чтобы они мне помогли с переездом вещей, которые тут пооставались, мелочь пооставалась, чтобы они их перевезли, ну, собрали все по коробкам, вот, и мне перевезли. Договорились помочь перевезти другу вещи на новый дом, потому что этот будут сносить. Мы все не успели перевезти и решили тут переночевать. Тут холодно, тут котел не отапливается, и надо пользоваться печкой только. Я объяснил, как пользоваться печкой, что там задвижки должны быть открыты. Вы прислали мне видео, что все нормально. Утром, так понимаю, загорелась проводка, что-то там случилось, или замыкание, или что, и огонь перекинулся на чердачное помещение. Я проснулся от того, что мне начала будить подруга, говорит, типа, Паша, горим. Я проснулся, вижу, ну, небольшое задымление есть. Начал искать очаг, где горит, и увидел, что горит проводка. Потом побежал на чердак, потому что огонь перекинулся на чердак. Я побежал на чердак, чердак был весь задымлен, там был мой друг с огнетушителем, пытался потушить все. Я сначала стоял, смотрел, что у него плохо все получалось, и понял, что нужно покидать это место как можно быстрее. Взял свои вещи и быстро выбежал из дома и вызвал МЧС. И вот пока МЧС ехал, я начал в синем доме искать, может быть, там были какие-то люди. В 9 утра или во сколько там, или около 10, мне позвонил МЧС, вот, и рассказали мне о случившемся. Вот.